Здравствуйте, меня зовут Антонина Клименко, я актриса и певица. Окончила школу драмы Германа Седакова и МХАТ Амедиа у педагога Сенцова из Золотарезка. Фильмография: «Неуловимый», «Роман с кокаином», «Люди Х», «Новогодняя смс-ка», «Мобильные блондинки». Также был опыт работы в шоу-бизнесе, пела в группах «Фабрика» и «Мобильные блондинки». Играю на скрипке, посвятила этому 12 лет, играю профессионально. Пою, у меня профессиональный вокал, пою в стилях поп и джаз. Очень хороший английский, замечательно вожу машину. И сейчас работаем над проектом «Мы эго-сапиенсы». Всем хорошего дня!